том, что у них монарх с одним, ну, может, за счет финансов выезжают. Сейчас пока поклаймим Японию, и надо дозахватывать японские острова. Тут осталось, по большому счету, часть этого острова и этого острова. Так, ну я кстати, стабу возьму. Все-таки стаба и админ очки — это такая штука. И крестить приятно, и анрест. На анресте благоприятно сказывается. Сейчас можно будет сделать новый штат. Сейчас посмотрим FIBA, давай, ага. Может, получится задружиться, действительно. Мин Бахмани ревалят. Ну, навряд ли получится, они слишком далеко. Как я и говорил. Дистанция слишком высокая. Да я думаю, что я справлюсь с мином, у меня уже лимит 45. Сейчас я японские острова доберу. У меня лимит поднимется где-то до 55-60, и я их уже сам буду шотать. То есть мне надо, грубо говоря, забрать оставшиеся острова. Ну, может, Бурятию вот здесь вот заберу. И у меня лимит будет 60, и этого хватит, чтобы мин раскатать. Там сейчас мин, наверное, сам на меня скоро нападет. С одной стороны, может, это и к лучшему. Так. Можно потихоньку займы, наверное, отдать там какие-то. Нет еще? Нет. Займы стали выше значительно. Поперекрещиваем пока провки. Пока клаймится Япония, надо с клаймами лучше, чтобы сэкономить очки. Здесь саму Японию заклаймили, можно здесь клаймить. Так, у Бахмани пизанская война, да? Крестьянская, точнее. Да, у Бахмани крестьянка еще началась. Зашибись. Зашибись, зашибись. Чё ты, это, мин-то не бомбит, ребят. Не бомбит мин, нифига. Можно следующий диптех взять. У меня тут еще два займа, я не знаю, может, стоит их отдать, прежде чем начинать войну. Точно бы не повредило. Там еще скоро следующая ветка идей. А, чаю сходить налить, что ли? Что-то у меня совсем в горле уже пересохло. Так, еще один клайм подоспел. Сейчас как заклаймим, нападаем на Джапан и вассала. Не знаю, все забрать не получится. Скорее всего, еще останутся провы на этом острове.
Да блин, а бесит. Ну, с плюс 2 стаба и, конечно, приятно перекрещивать. Еще и был бы еще здесь инквизитор, было бы вообще замечательно. Монарха что-ли попробовать слить? Больно он какой-то дохлый. Тем более, как раз кончился у меня военный лидер, ну, то есть генерал сдох. Кстати, как там, может быть, можно взять? Да, можно взять следующего. Пацана. Ну, так себе, так себе. Ну, три огня, в принципе, неплохо. Что у меня там по торговым узлам? 7 монет здесь. Норм. В пекинский бы залезть, было бы вообще супер-пупер. Что там, Рюкю не начал случайно колонить там, например? Не начал. Так, там еще один клайм подоспел. Клаймим дальше. Еще два клайма, еще надо два клайма сделать. Я Японию допилю, Фиба. Я как раз сейчас клаймы делаю. Сейчас, секунду, вот я вместе с вассалом буду брать. Один надо будет один какой-то, скорее всего. Посмотрим. Они просто, скорее всего, не влезут в варскор полностью. Они, скорее всего, не лезут в варскор. Сейчас посмотрим. Последний клайм как раз остался. Сейчас влечу в японцев с вассалом. Минуту пауза, я схожу, согрею чай и вернусь. Буквально минуту, меньше, даже меньше. Так, я здесь, пусть пока чай греется. Сейчас мы тут промотаем на последний клайм как раз. А что, кстати, у Мина с флотом, интересно? А у них есть караки. Оу, и галеры. Смотрите, сколько галер у Мина стало. Ну так и есть, да. Так и сейчас должно быть. Ты предлагаешь мне этого вассала себе забрать? Вассала его забрать, не пробами? Ну можно, давай так попробуем. Давай. Сейчас попробуем. Давай так сделаем. Что там, кстати, по штатам будет?
Как раз один штат. Как раз один штат. Нормально. Ну, все, можно нападать тогда. А у них как там с лояльностью? А лояльность высокая, они даже не влезут за них. А, блин, вон здесь же еще у них провы-то. Блин. Ладно. Я не думаю, что будут проблемы сильные с лояльностью, хотя агрессивка 101, ну, приличные. Не знаю, может, стоит все-таки пилить их. Сто один на агрессивке у меня. Сейчас еще будет агрессивка. Там у меня, по-моему, есть генерал, да. Ладно, уж пусть так. Пусть так осада длится, уже похрен на нее. Даже плюсует, к слову. Как ни странно. Ну там за этот разворовывание провинции две монеты, наверное, как раз лутает. Надо будет сейчас после захвата Японии надо будет флот еще побольше отстроить, потому что у Китая флот есть. Ну, в принципе, там все равно вся война на земле пойдет, но флот нужен в большей степени для того, чтобы побольше заблокировать. Это тоже принесет свои плоды и варскоро поднимет. Ну, мало ли, проблемы начнутся с мином. Я, конечно, не думаю, что проблем с мином не возникнет, если у меня лимит сейчас после Японии поднимется до прогнозируемых величин. У них где-то еще, что ли, крепости есть? Я вот не могу понять. А, блин, они прямо стоят там, да? Опа.